Вообще, вот да, городской выход. А где вы раздобыли цветочков? В смысле, где? Вот здесь, вот они, дырки из-под цветов. Чего? Вон, смотри, прямого. Они тут сами растут? Да. Их просто тут никто никогда не замечал. Ну и я полез. Давай я тогда стрижки наверху. Я один себе дом строил. Да, ты аккуратнее, это для тебя лестница. А где Татьяна Валерьевна? Наверху, что ли? Нет, она там. Что-то какие-то такие, эти самые. Что-то опасно. Давайте снизу поставим, чтобы куда падать на мягкое. Это как в Древнем Египте блок бетонный заносят на это, пирамиду, а внизу рабов ставили, чтобы если он упадет, не разбился. Да, правые историки. Было ли такое? Да. Пишешь хоть? У вас поджилки трясутся. Да вроде это пишу. Это не поджилки, а лестница трясется. Так она от ваших поджилок, она резонирует от ваших поджилок. Так, ну, совсем да, в принципе, не тяжело. Если есть кому принять, только что ты ее сделал. Карим. Не такой уж и долгий. Что? Не такой уж и долгий процесс. В принципе, быстро. А раньше как заливали эти крыши, целые такие бидоны, топили этот гудрон, битум. Сейчас вон как.
есть, вот раз, два, три, четыре, допустим, да? На четвертую дырку она тут одинаковая. Мы заранее поставили вот эти лава. Да. Борис Николаевич, вы тут газеты наклеили, да? Это у нас... Я как раз газеты наклеил, потому что это как раз газета «Правда труда», которая вся посвящена конференции, которая прошла вот здесь, в этом доме, в Ульяновке. И конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Карла Маркса. И у нас уже теперь намечено, что ежегодно мы будем проводить августовские. Вот в 19-м году мы будем проводить по случаю 140 лет со дня рождения Сталина. И уже в 20-м году будем проводить 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Это вот здесь августовские у нас встречи, поэтому приглашаем всех на этой конференции. Вот тут уже читатели нашлись ваших газет. Да. Борис Николаевич, а вот тут уже газета «Итоги Российского комитета рабочих». За рабочее дело. В этой газете как раз больше концентрация, как поддержать рабочее движение, как рабочим надо коллективно бороться, какие коллективные надо составлять договора, чтобы это перед работодателем было очень эффективно, а не у работодателей, у которых целые юрбюро, целые там юридические компании, которые оказывают помощь в интересах работодателя, то есть господствующего класса. И, конечно, у рабочих да больше никакой площадки более серьезной нет. Ну и народная правда, начиная как работать профсоюзом и заканчивая проблемами в Донбассе и как вообще подходить. Кроме нормандского формата, есть еще и по рабочему движению, которые могли бы тоже влиять и улучшать жизнь Донбасса в рамках и бывшей нашей большой родины Советский Союз. Борис Николаевич, я вот вас о другом еще хочу спросить. Расскажите вот насчет Ленинской конференции. Я так понял, вы были одним из организаторов. И, может быть, главным инициатором Ленинской конференции, это какой, 2006 или 2007 год да, был? Да, это было 13 лет назад. Мы, поскольку... Как вам пришло это в голову? А пришло в голову так. Гуляем мы по берегу разлива, обсуждаем с профессором Поповым Михаилом Васильевичем, который многие знают, известная личность у нас в стране, обсуждаем о текущих проблемах, в том числе и рабочего движения, и... Говорим, что вот раньше были киоски, раньше телефонная связь, а сейчас разрушается. И потом узнаем, что государственный комплекс, где шалаш Ленина, метр от него, это уже коммерческая будет застройка, это уже будут коттеджи, где государство революции писало это на уничтожение шалаш, на уничтожение и прототип шалаша, который в Соломе, и на этом месте, где ленинский шалаш стоял каменный, это все на уничтожение. Где зеленый кабинет, Ленин называл пеньки, где писал труды, тоже на уничтожение. Что делать? И мы с Михаилом Васильевичем придумали, надо проводить международные конференции. И первую мы провели конференцию, там были и приглашены, и осветили очень хорошо и Первый канал, телевидение «Россия-1», и НТВ, и Пятый канал, и 8 ведущих газет. Такие, как нельзя сказать, какой-то «Желтая пресса» или коммунистической направленности. Газета «Коммерсант» и «Деловой Петербург» осветили вот первую конференцию. И на одном дыхании мы провели 12 подряд международных конференций. Очень важно, мы спасли ленинский вот этот комплекс, потому что после этого коммерческой застройки не было. Потом этот комплекс утвердился, территория, и на этой территории сейчас спокойно люди могут гулять. Это зеленая зона курортного района. Ну и сейчас, я думаю, вот то, что мы отстояли, уже развитие пойдет. Так же, как рабочие отстояли на Балтийском заводе свой завод.
Сергей Пугачев в бегах, бывший собственник, а теперь это и госкорпорация, это и госзаказы, и развитие, и работают в три смены. Так это, если бы рабочие не спасли, то неизвестно, как было. И когда я тут в одних кругах был, да, говорит, как же вы тут, Ковалев у вас в газете, председатель профсоюзов, авиадиспетчеров, призывает к забастовкам. Это же угроза, это же экстремизм. Ну, подожди, какой экстремизм? Это угроза общества. Экстремизм, угроза общества? Да, если угроза общества, скажите, пожалуйста, кто несет больше угрозы общества? Кто, как Сергей Пугачев, разрушает завод? Конституция это разрешает забастовки? Дает право на забастовку? Закону, да. Это по закону, но я говорю о реакции вот, не слабой аудитории, что против забастовок. А если бы на забастовку не были на Балтийском заводе рабочие, ну и не было бы завода, может быть, сейчас. Если бы в Пикалево девчушка в профсоюзном движении не вышла и не сказала бы, давайте мы выступим на защиту завода. Это потом уже и прибыли и собственники, и Дерибаска. И вы помните этот фрагмент, когда Путин говорит, верните ручку у Дерибаски. Так вот, это кто поднял за сохранение завода? Это поднял рабочий класс.